В Брестской средней школе номер 22 остались, как говорится, последние штрихи. Завершить облагораживание газонов, разложить методический материал в учебных кабинетах, глядишь, а там уже и торжественная линейка не за горами. В этом учебном году, кроме легкого косметического ремонта и технического оснащения, в 22-й школе учеников ждет большой сюрприз, который им преподнес город. Но обо всем по порядку. В этом году мы привлекали средства наших родителей. Именно наши родители являются нашими спонсорами. И силами наших родителей в целом были произведены текущие ремонтные работы и приобретено оборудование на сумму порядка 90 миллионов белорусских рублей. Кроме того, к новому учебному году городским и исполнительным комитетом и администрацией Московского района нам сделан огромный подарок, отремонтирован и реконструирован пищеблок нашей школы и обеденный зал. Цена вопроса более 3 миллиардов рублей. В такой столовой не то что пообедать, просто посидеть приятно. В новом помещении уже на днях будут расставлены столы, а на окнах появятся уютные занавески. Кстати, пищевой блок – это не единственное, что было сделано в школе этим летом за средства бюджета. Замена напольного покрытия в коридоре – также заслуга города. Немаловажным приобретением для образовательного учреждения, по словам директора школы Светланы Ярмошек, стали компьютеры, интерактивный стенд и проектор. Без сомнения, все это станет прекрасным подспорьем в процессе обучения как учителям, так и детям. Мы всегда чувствуем поддержку и помощь городской исполнительной власти и исполнительной власти Московского района города в плане совершенствования базы школы. В настоящее время мы имеем современное оборудование, имеем современные электронные средства. По словам начальника отдела образования Московского района Юрия Просмыцкого, несмотря на некоторые сложности, все школьные учреждения добросовестно отнеслись к подготовке к новому учебному году. Для того, чтобы подготовить наше учреждение к новому началу, к новому учебному году, затрачено более 20 миллиардов бюджетных ассигнований. Дополнительно привлечено более 3,5 миллиардов средств, которые учреждения образования смогли саккумулировать на своих счетах. Это позволило нам выполнить капитальные ремонты пищеблока в средней школе номер 22, капитальный ремонт стадиона в лицее номер 1, выполнить мероприятия по благоустройству территории учреждения образования, установить новые окна, закупить новую мебель и многое-многое другое. Особое место в списке учреждений образования Московского района, конечно, занимает один из самых ожидаемых объектов этого года – средняя школа номер 1, в которой трель первого звонка ждут с большим нетерпением более 1000 учеников. По словам Юрия Просмыцкого, новое учебное заведение уже готово посадить за не менее новые парты своих воспитанников. Сегодня строители, которые работают на завершении этого объекта, педагогический коллектив, который уже полностью укомплектован, стараются сделать все, чтобы 1 сентября за парты сели радостные учащиеся средней школы номер 1. А родители, бабушки, дедушки, все, кто причастен к празднику первого звонка, порадовались за то, какая прекрасная школа у их детей в распоряжении есть. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.